Ганшина. Нам нужно обязательно увидеть Изи Ганшину и Подгорного. Давайте посмотрим сначала Наташу, а затем Женю Подгорного на брусьях. Все-таки Женю мы больше изучили, правда? Мы его знаем достаточно хорошо, а Изи Ганшину мы познаем. Над фляг, пируэт задняя, довольно высоко. Нет, она физически крепкая девчонка, атлетичная такая. А вот артистичности ей, конечно, надо добавлять, ей надо много поработать с хореографом. Ох, какая умница! Сделала такую связку, опять же, оригинальную. Слитно два сальта вперед, второй был вперед с поворотом на 360. Жива, жива гимнастика Санкт-Петербурга. И хочется им пожелать удачи. Держаться, держаться. Потому что тройной винт в сложной связке, это и в середине программы, это очень сложно. Ну, Наташа, вдохни. Молодец. Да, да, да. Умница. Я думаю, пока она выйдет на первую строчку. Что-то в концовке немножко там. Да, тут надо композицию менять. Тут надо, конечно, об этом всем остальном спорить. Надо поправить, вернее, наверное, другое музыкальное.